Конфликт вокруг столовой для малоимущих «Ветеран 4» завершился. Сегодня утром возле здания, где она расположена, собрались чиновники и несколько десятков депутатов городского совета. Целый ряд структур, которые осваивали бюджетные деньги, занимались этим, не имея на это правовых оснований, не имея для этого необходимых разрешений и так далее. Эта ситуация нам досталась видно наследство, и для того, чтобы ее разрулить, нам пришлось пройти целый большой круг, провести конкурсы, пройти суды. На сегодняшний день у нас есть легитимный представитель, выигравший конкурс, компания «Варион», которая с сегодняшнего дня отныне будет осуществлять услуги по горячему питанию ветеранов, пенсионеров, малоимущих в этой столовой. Представителям «Вариона» пришлось занять помещение силой, потому что прежнее руководство отказывалось его покинуть. Выигравшая тендер на обслуживание столовой фирмы уже начала свою деятельность. Люди снова получают горячее питание. Олег Брендак заверил присутствующих, городская власть не намерена отказываться от своих обязательств перед малоимущими. Чтобы люди и дальше могли бесплатно обедать в столовой, в городской бюджет на следующий год заложат несколько миллионов гривен.